вальс, всеми любимый ныне, раньше долгое время считали танцем неприличным. Мол, партнеры друг к другу непозволительно близко. Поэтому молодежь танцевала его тайком от родителей. А вот контрданс, мазурку и кадриль исполнять не возбранялось. На балу в музее Алабина, посвященном 165-летию Самарской губернии, научиться танцевать, как дамы и кавалеры 19 века, могли все желающие. Здесь и танцы, стилизованные под ту эпоху, которые появились в наши дни. Сейчас мы танцуем марш в Рим. Его придумал наш современник, правда, сам он родом из Италии. На самом деле танец геометрически сложный, и здесь главное правильно выстроить и правильно вовремя поменяться. Вообще, ноги, конечно, путаются, и не сразу все получается, но я стараюсь. Расцвет бальной культуры в Самарской губернии приходится на вторую половину 19 века. Праздничные приемы были главным местом встречи аристократии. На танцевальные вечера родители приводили своих детей, чтобы найти достойную пару для семейной жизни. Балы, приемы – это было именно живое общение, когда они приезжали друг к другу в гости на один или несколько дней и наслаждались танцем, музыкой, сами музицировали, писали стихи, читали их. Нам хочется быть причастным к этой небольшая частичка истории, которая сохранилась. Дамы приходили со своими визитками, которые вкладывали на специальные блюда. Да? Также формировались пары при помощи этих визиток. Были пригласительные билеты. И было праздничное меню, которое точно так же рассылалось заранее, чтобы люди знали, куда они попадают и чем их будут кормить на празднике. Суп-пюре из ершей, стерлить в шампанском, пунш-глиссе. В музее Алабина сохранилось бальное меню 1887 года. На сегодняшних балах главное блюдо – танцы. Чтобы погрузиться в сказку, многие готовятся месяцами. Специально шьют костюмы, подбирают образы. Это самая настоящая сказка. Нас переносят в разные эпохи. Нам дают возможность почувствовать ту атмосферу, которая была давным-давно до нас. Это правда. Это непередаваемо. Когда ты погружаешься в эту сказку, просто, особенно с любимым, это очень приятно. Чтобы торжественный бал остался на целый год не только в сердцах гостей, но и на снимках, в музее Алабина работал исторический фотосалон. Камин, подсвечник и вся мебель подлинные. Их специально достали из фондов. Алина Чемерес, Григорий Плешаков. События.